На примере Зеланда я решила применить его намерение. Я пошла в магазин King Supers, где customer service, всегда очень много людей, очереди. Но в этот раз я иду и представляю, вот сейчас зайду, и будет мало людей, либо вообще не будет очереди. И оно, вот, оно сразу же срабатывает, понимаете? Я захожу, и два человека, как так? Я не верю своим глазам. И почему-то человек крайний, он пропускает меня вперед. Ну окей, то есть это все работает, надо в это верить. Ну, я понимаю, что многие люди не верят, но если не верить, так и жить тяжело, понимаете? Если зацикливаться только на негативе, то он и будет происходить в вашей жизни, а нужно зацикливаться только на позитиве, только на этом концентрировать свое внимание, в этом весь секрет. Ну, серьезно, я очень всем желаю, просто вот попробуйте в вашей жизни, просто поучитесь это применять, и вы увидите, что оно все работает, но это все не сказки. И ладно, мой муж не верит, но я верю за нас двоих, и это все работает в нашей жизни. И даже вот когда я моей парикмахерше там сказала, видишь, нам везет. Вот я просто решила, что нам везет. Вот гражданство получили. На следующий день день рождения у мужа, и новости, что, оказывается, его папа выиграл грин-карту тоже. И это прекрасные новости, такой май значимый в нашей жизни. То есть надо просто вот решить для себя, что вот вам везет. Вот всегда везет, и все, вы счастливчик. Так оно и будет в жизни. То есть вы будете попадать на те линии жизни, где вы всегда что-то вам везет во всем. Там вы счастливчик и все такое. И удачливый очень. И в общем, прям вот всем советую срочно это все пробовать. И, пожалуйста, напишите комментарии, ваш опыт. Мне это очень интересно. И вы убедитесь в этом. Вот я вам гарантирую, что вы в этом убедитесь. Это все работает. И почитайте Зеланда, трансерфинг реальности. Это того стоит. Особенно люди, кто вот любит эзотерику. То есть он не автор, не только он это придумал. Он просто собрал все истины всех эзотериков как бы воедино. И очень красиво так это все изложил. По полочкам прям так разложил. Не знаю, я в восторге была. Я прям в огромнейшем восторге. И я поделилась этой книгой с моей мамой. И я вижу, как ей помогает это в жизни. Настолько помогает, как ее жизнь меняется прямо вот на моих глазах. В общем, ладно. До связи, до скорого. Всем пока.